Рамунда Ида, вдова Манкуса, дочь Рамунда Джузеппе и Альмаджи Норы. По профессии учительница начальных классов. Есть сын Манкуса Антонио, 16 лет. А как же школа? Мама, фюрер уже в Австрии. Я воль мёте. Еще раз, Альмаджа или Альмаджа? Альмаджа. Моя мать была еврейкой. Сеньорина, иди сюда. Пусти! Меня зовут Джузеппе. Они же мальчишки. Нет, это фашисты. Дуче, дуче, дуче! Я ухожу воевать за вождя. Тебе жить надоело? Я скоро вернусь. Сеньора, положите ребенка, не мучайтесь. Как тебя зовут? Джузеппе. И меня тоже. Мама. Это мой сынок. Какой красавец. Зачем ты вернулся? Устал от вонючих черных рубашек. Их правда всех забрали. Вы не знаете? Я тоже еврейка. Ну же, где ваша сила духа? Люди восстают по всей Италии. Всем привет! После войны мы с ней поженимся. Мы сядем на корабль и уплывем в Америку. Стоять!